Прощай имущество и автомобиль. Здравствуйте, закопченные стены. Суббота 9 октября в садовом товариществе Спадшина выдалась жаркой. Причина – замыкание выключателя электросети. Заметив искры, хозяева дачи попытались самостоятельно потушить пожар, но не вышло. К моменту прибытия спасателей внутри уже вовсю бушевало пламя. В Беларуси отопительный сезон. К сожалению, не все бобруйчане к нему готовы. Поэтому сейчас сотрудники МЧС – частые гости в частных домах. В фокусе внимания – печи, электро- и газовое оборудование. Проверяют наличие и исправность пожарных извещателей и беседуют. Тоже полезная форма профилактики. Ну, не забывайте про электроприборы, уходя из дома, обязательно отключать. Конечно, я за этим строго слежу. Вот это тоже очень важно. Я даже зарядку не оставляю от телефона. Розетки, ни в коем случае нельзя это делать. Хорошо. Ну, тогда спасибо. Вам тогда еще полезных советов несколько штук. Пенсионерам особенное внимание. К примеру, в этой семье муж и жена справляются своими силами. Мужчина уверяет, в доме все по правилам. А вот женщина все-таки признается, супруг иногда курит в помещении. Курить он? Так я же с ним живу уже 600 десяток. Что вы? Ну, вы знаете, что это опасно курить в доме? Да, ну да. Не, я хожу, работаю, так он тут, так иногда он на кухне. Ну а печку вы как-то готовите к зиме? Ну конечно, мы на зиму берем глину у нас вот в запасе вот тут этого. Мы берем кастрюльку такую на зиму, чтобы мало что отвалится, замазать. Следующий дом. Тоже пенсионеры. Им дети помогают, но пока в отъезде. Сотрудники МЧС проверяют извещатели. Они старые и не работают. Со слов хозяйки, сын обещал подключить, но пока без них. А там была батарейка? Что? Не было. Нет, не без было. Батарейки стоял. Да. Без батарейки, а значит, он достал ее. Двигаемся дальше. Здесь все по правилам и без нареканий. Хозяева и сами знают, как важно готовить дом к отопительному сезону. Тогда и рисков меньше, и здоровье лучше. Единственный совет от сотрудников МЧС – установить дополнительные извещатели. Все проверяли досконально, все эти плафоны изолированные, и подвешен правильно кабель электрический. Все проверено. Ну а тоже трубы там побелены на чердаке, чтобы было видно издалека, что никаких трещин, дыма, ни задымления. Оно сразу показывает, если трещина. Все. Самим интересно, чтобы было все безопасно. С наступлением холодов количество пожаров увеличивается. Главная причина – неправильная эксплуатация печей. Подготовить дом к зиме – важный элемент безопасности. Наша задача еще раз обратить внимание людей на какие-то нарушения, которые есть. То есть, если это трещины в печи, или неисправная дверца топливника, отсутствие притопочного листа, либо это не оштукатуренный или не побеленный дымоход – потому что из-за всех этих причин могут происходить так называемые печные пожары. Небрежное отношение к своей безопасности – проблема не только пожилого населения. Часто ЧП случаются и у молодежи. В городе и районе с начала года произошло 23 пожара из-за неправильного использования печей, 38 из-за электросетей. Карина Гуревич, Максим Галионко, Бобруйск, 360.